Всем, всем здравствуйте. Вольк, ты что, в маму пошел? Ты в маму пошел? Нельзя на бортик. Я вообще против, чтобы ты на диван залазил. Научился залазить? Прям беда. И еще старается на бортик залезть. Нельзя. Я же волнуюсь. Вдруг ты упадешь. Вот пятнашка молодец, не залазит. Хотя он очень хочет, конечно. У него просто не получается, да. И у ляльки не получается. Ну и фейки, конечно, тоже не получается. У этих двух звезд хорошо получается. Вон, дерут подарки. А у меня очередная хвастушка. Привезли мне вот такую аж посылку. Аж с тремя игрушками. Сейчас прям вместе с вами распакуем. Она уже надорванная тут была. И сейчас распакуем с вами. Это богатство. Эти разрываются легко. Пупырку я даже знаю, кто заберет. Вот эти вот дамы с Амстердама. Любят они это делать. Так, мне кажется, это котики. Вот они. Да, три таких котика. Мне кажется, это все три котики. Ну, через пленку видно было. Да, три кота. Но эти... Нет, это уже будут мои подушки. Я буду на них спать вместо подушек. Смотрите, какие прикольные. Целый комплект мне выдарили. Мордашки у них одинаковые. Мягкие, просто супер. У меня, правда, день рождения будет, похоже, 10 дней длиться. Потому что я не в Челябинске. И все родные и близкие присылают мне отовсюду. И не только из Челябинска, но и из других стран. Но вот сейчас у меня идет прям поток мягких игрушек. Люди знают, что я их люблю. И спать на них вместо подушки очень удобно. Слушайте, ну прямо мякушки. Я думаю, кто-то еще тут будет рядышком тоже спать. Вольк, ты опять залез. Ты опять залез на диван. Маленький скалолаз. В общем, у меня приятности продолжаются. Чего и всем такого же желаю. Чтобы было у вас больше приятных сюрпризов в этой жизни. В общем, вот такие три милых кота. Прямо вообще. Сама милота. Три милых кота. Вот такая милота. Вот. А этому надо. Вольк ползет. Вольк, ты маленький Вольк. И тебе нужно ползти. Как ты быстро забираешься на диван? Ты просто маленькое чудо. Чудо чудесное. А эти там играют дальше. Ну и малыши тут на полу. Всем желаю хорошего настроения и отличного вам всем дня.